Есть несколько видов лодок. У меня есть еще одна легкая казанка, но эта казанка неподъемная, то есть одному ее фактически поднять нереально. Сейчас попробую, конечно. Ну, вдвоем это удобно. В общем, течет она. Надо посмотреть. Возможно, клепка какая-нибудь выпала. Ну, не так много. Литров 20, наверное, за сутки натекает. Хотя спокойно, вроде вала нет. Откуда она течет, но течет мало. Есть второй вариант — найти течь. Это сейчас снять пол с лодки и на воде поискать течь. То есть откуда будет течь, высунуть туда проволочку или гвоздик маленький. Ну и закрепать пробоину. Ну, охота, чтобы сухо было, а все течет и течет. Думаешь, что делать? Ну вот, началось. Иди сюда, мой мальчик. Да думаю, как течь как установить? Течь? Установить? А я не знаю, я вот ни разу не делал. Ну, в смысле, я по клепкам пошел, не увидел. Сейчас хочу все полы снять, поездить, посмотреть, откуда течет. Я знаю, что вот лобну потек. Белосеющий. Помочь? Да не. Сильно не извалялся, да? Пока еще нет. Пока есть силы, да?
вот что-то взял веник с дома, совок. Ну, бессмысленно, губкой намного проще, вот влажной губкой вытираешь, тут сплошная органика, веточки, палочки, песочек, ну и тут же ее споласкиваю. А кузов рыбы? Что с рыбой? Кузов рыбы где? Здесь терлядочка. Законопослушные рыбаки. Ну-ну. Пока она на удочку не клюет, ну и нельзя ее ловить, ждем. Когда разрешат. А кто вчера ночью ил ел? А это магазинная. А она брыкалась и прыгала по всей кухне. Магазинная, да? Магазинная была? Да, да. Что ж, прямо это... В ленте куплено. Даже дрыгалась, когда уже порезанная на кусочки. С аквариума в ленте там продают. Ночью. Где ленты нет даже вовсе. В Новой Линке нет ленты. Где ты мог... Как ты врёшь, что ты её купил? Ещё и в час ночи. Приплыл Титаник, в общем. Муму не утопили. Потому что это не Муму, а Моня. Была бы Муму, да, утопили бы. Ну, маленько прокатись. Шучу. Нет, хочешь, чтобы я на этой лодку села? Нельзя, пожалуйста. Нет. Сядь, я буду потихоньку. Даже вот в этом я не сяду в бронежилете. Ну, ой, в бронежилете спасательно. Моня, поехали. Так она же не знает, что в реке тонут, а я знаю. Да ничего, она же эй. Иди, моя. Лапками. Папочка вытри, да? Это называется в мире животных любовь. Я тебя купать, скоро буду здесь учить. Вот, а вы думали, что блогер Семен никого не любит? Все, свободно. Моня, иди сюда. Ну что ты такая неряшливая? Ё-моё, Моня. Моня, голос. Моня, голос. Голос. Сейчас меня выведут, то будет локация такой села. Всем привет. Всем привет, друзья, подписчики. С вами Журов из Сибири. Вот, сегодня я выехал на лодке прокатиться маленечко. Искал течь, но пока не нашел. Ну, где-то маленько сочится. Половину лодки разобрал. Не нашел. Ну, в общем, душевно. Вот. В планах на этом яру поставить несколько домиков, баньку, принимать гостей. Тут маленько в стороне, как бы тихо. Вот такая мечта у меня. И принимать в гости своих подписчиков. Много не надо, я думаю. 2-3 годика, и можно все своими силами поставить. Со мной Моня. Отдельный дом для гостей. Поют птички. В общем, лепота, красота. Оператор Аньку уговаривал 2 часа, чтобы она села со мной. Очень боялась водки ездить. Я сейчас тебя дам, Аньку. А сейчас, Анечка, тебе как страшно, нет? Нет. Не страшно? В жилете не страшно. Монечка уговаривать не надо. Она сразу как бы прибегает и садится. Вот. Ну, уже помаленьку скоро будем и рыбачить. Удочки кидать, спиннинги. Ну, в общем, вот такая красота. Здесь живем, кайфуем. Поехали. Поехали за водой.